Здравствуйте. Авария произошла 9 октября в 5 часов 50 минут в поселке Жешерт, Усть-Вымского района. По предварительным данным, 21-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. В результате аварии скончались парень 1998 года рождения, в момент аварии был на переднем пассажирском сидении. Также скончалась женщина 1987 года рождения, которая в момент ДТП находилась на заднем пассажирском сидении. Водитель в момент аварии был пьян, водительского удостоверения не имеет и никогда не получал. Помощь медиков ему не понадобилась, от госпитализации виновник аварии отказался. Берегите себя и своих родных, не забудьте подписаться.